если государственный служащий, которым я был когда-то, ну, служащий органа местного самоуправления, от которого зависели какие-то действия или решения относительно каких-то предприятий, не имеет права в течение года после ухода с государственной службы заниматься, то есть заниматься этим предприятием. Ну так, если объяснить просто. Я уволился с исполкома, с должности первого заместителя городского главы 17 мая 2013 года. А 13-го получили протокол от 5 января 2016 года. Дело было. Я уволился 17 мая 2013 года, потому что... Потому что 13-го получили протокол. То протокол, тот у меня есть решение суда по тому протоколу. Вы же не знаете, за что был протокол. Знаю. Вы не знаете, ответьте. Скажите, за что был протокол. В Google заходим и все там есть. Расскажите, за что был протокол. А я же обязан отчитываться перед вами. Не, ну так вы же начали говорить, Семен Семенович. Ну был протокол. У вас был протокол о коррупции. Не имеет значения, он называется о коррупции. У меня был протокол о коррупции за то, что... Да послушайте меня! Не кричите, послушайте меня. Так а вы помолчите тогда. Привыкли все время руководить. Значит, составлен был протокол о коррупции о том, что в отделе, по-моему, экономики, стратегического развития города работала девочка по трудовому соглашению. По трудовому соглашению, которое я не видел даже в глаза. А я, исполняя обязанности мэра, когда не было мэра, подписывал, соответственно, ежемесячно подписывал продление этого трудового контракта. На самом деле, да, это оказалось нарушением, то, что девочка работала по трудовому контракту в исполкоме. Там есть нюансы. Но это в связи с введением вот этого нового закона о коррупции. Но у меня есть решение суда, о котором я признан невиновным в этом.